Враг обладает большим боевым потенциалом. Вдобавок к мощным танкам Т-34, теперь они вводят в действие ракетные установки под названием «Катюша». Ваша задача – захватить одну такую установку, чтобы ее смогли исследовать наши специалисты по оружию. Для этого в ваше распоряжение вместе с танковой дивизией передается еще и отряд десантников. Высаживайте свои войска в южной деревне, чтобы завладеть «Катюшами». Подводите танковое подкрепление по понтонным мостам. Собрав свои войска, вы должны прорвать вражеские боевые порядки, чтобы уничтожить склады боеприпасов на севере и на западе. Только тогда вы сможете отвезти «Катюши» в безопасное место на запад. Резюме. Захватить «Катюши» десантными войсками. Уничтожить склады на севере и западе. Привезти на запад как минимум одну установку «Катюша». Шестая миссия «Противостояние 3. Компания за Германию». Так, сбрасываем десант. Так, здесь «Катюши» находится. Сейчас мы их захватим. Нам нужно уничтожить вот этот склад в верхнем углу карты, уничтожить склад в западном углу карты и довести хотя бы одну «Катюшу» вот в этот западный угол карты. Враг будет респиться до бесконечности. Вот, а у нас подкрепление не бесконечное, поэтому отсиживаться в обороне нельзя, нужно постоянно атаковать. Так, штурмуем вот этот сарай. Там засели фрицы. Вернее, советские солдаты. Стреляли «Катюшами». Так, захватили мы. Захватили мы «Катюши». Так, давайте людишек посадим по домам. Если успеем. Так, нам прибыло подкрепление. Выгружаем всех людей. Из грузовиков, из броневиков. Так, успели по домам рассесться. Так, сразу начинаем строить понтонный мост. Начинаем строить понтонный мост. Все это надо делать быстро. Так, эту пушку сейчас нужно захватывать. Так, понтонный мост ставим. Так, у нас, кстати, пошел обратный отчет. У нас 75 минут на то, чтобы... выполнить задачи миссии. Так, постройка моста, что? Почему не двигается? Почему этот не работает? Так, сейчас формируем ударную группу. В принципе, я не буду тут заниматься никакими тактическими изысками. Просто буду кидать в бой. Закидаем, как говорится, мясом. Такой вот не слишком мудрёный план. Все выделяем в одну кучу. Так, а где пушки? Пушки что, уничтожены? Так, одну пушку мы захватили. Так, этих давайте пока спрячем.
Нам сейчас нужно побыстрее. Побыстрее. Построить понтонную переправу и перекинуть войска в город, потому что сейчас начнут этот город штурмовать. Мы готовы. Полковник. Господин полковник, артиллерия готова. Мы готовы. Готов к атаке. Да. Да. Ну, ты расправишься, нет? Так, машину заряжалки. Слушаюсь. Перегоняем Катюшам. Черт, там уже появился противник. Так, стоп. Накрываем огнем Катюш. Артиллерия готова. Всю эту область. Огонь. Так, все, быстро перегоняем всю технику в город, и оттуда уже начнем развивать наступление. Так, нам снова дали подкрепление. Мы готовы. Да, слушаюсь. Так, быстро спешим на помощь в город. Не успевает прибывать? Да, вроде успеваем. Так, ну, вроде город мы защитили. Давайте попробуем вот эти дома занять. Так, короче, в бой. Ребята, в бой. Артиллерия готова. Цель помечена. Хорош сидеть в обороне. Вернее, не хорош, мы... В принципе, до хрена. Вот эти куда поехали, я не понимаю. Куда они поехали? Эти как куда-то пушки тащат, блин. Непонятно куда. Я ни хрена, честно говоря, не могу сообразить, что происходит. Давайте я, во-первых, машина заряжалки. Вот у меня еще одна появилась. Значит, все сюда. Заряжалки все сюда. Грузовики пускай пехоту выгружают, если у кого-то не выгружены еще. Так, стоп. Давайте грузовиками все вот эти пушки сейчас прицепим. Их надо отсюда куда-то утащить. Перетащим в другое место. Нас Катюшами кроет. Цель
Продолжаем штурмовать. Так, этих парней тоже всех в бой, наверное, или что? Или теперь уже до следующего подкрепления будем ждать? Давайте уже до следующего тогда. До следующего подкрепления. Что тут? Грузовики здесь прицепили пушки, как я им велел. Кто-то прицепил, кто-то не прицепил. Так, эти прицепили. Значит, выгружаем все пушки где-нибудь на подступах к городу. Вот здесь вот. Так эти что стоят? Артиллерия готова. Саперы готовы. Хорошо, я попробую. Ой-ой-ой, там что-то, по-моему... Артиллерия готова. Катюши обстреливают. Отступаем. Катюши обстреливают, черт возьми. Артиллерия готова. Одна из Катюш здорово пострадала. Саперы чудом готовы. Уцелела, и это радует. Что-то вроде штурмуется. Артиллерия готова. Все, все кончилось. Мы готовы. Тебя достаточно. Чего они стоят-то, я не пойму. Я же всех отправлял в верхнюю углу карты штурмовать. Так, эту пушку тоже где-нибудь выгрузим сейчас. Пускай где-нибудь вот здесь. Точно. Артиллерия готова. Убери. Готов к атаке. Да. Пушки какие получится, захватываем. Да. Что, подкрепление нам еще будет? Нет? Грузовик готов. Так, новые пушки цепляем. Ну что, нам надо ждать нового подкрепления. Черт, они понтонный мост разрушили. Так, они разрушили понтонный мост, значит его быстро восстанавливаем. Артиллерия готова. Подтверждаю. Грузовик готов. На пути. Грузовик готов. На пути. Саперы готовы. Слушаюсь. Ну ты распаешь, не? Минутку, господин полковник. Так, тут пушки держат ворону. Мы чиним мост. Артиллерия готова. Так, у нас подкрепление. Выгружаем подкрепление. Грузовик готов. Будет сделано. Так, пушки здесь. У нас не осталось наблюдателя, который предупреждал бы о приближении врага. Артиллерия готова. Так, мост. Саперы готовы. Продолжает чиниться потихоньку. Тут пушки держат оборону. Саперы готовы. Слушаюсь. Ну ты распоряжение. Слушаюсь. Ну ты распоряжение. Слушаюсь. Саперы готовы. Так, мы почти починили понтонный мост.
Артиллерия готова. Мы готовы. Сейчас новые ударные силы кинем. Блять, здесь пушки ни хрена уже не справляются. Так, ну чё? Значит... Понтонный мост починили. Все силы снова кидаем в бой. Подразделение готово. Господин полковник. Выделив в одну и рамочку. Полковник. Подразделение готово. Полковник. Микроменеджментом заниматься никакого желания нету. Так, Ctrl-1. Давайте вот сюда пока что. Готовка пока что вот сюда, наверное. Да, в принципе, сразу. Что, сразу? Вот. Сразу в бой кидаем. Артиллерия готова. Саперы готовы. Так, у нас еще две машины заряжалки, здорово. Хорошо, я попробую. Артиллерия готова. Огонь. Черт, у пушек закончились боеприпасы, проклятие. Не взял. Готовка, атаки, вот, бьет, бьет. Оказываем поддержку Катюшами. Так, стоп, давайте на паузу. У меня много грузовиков, много пушек, их сейчас нужно все будет перевести в одно место. В какое? Ну, найдем в какое. Артиллерия готова. Так, все машины заряжалки возле, как я понимаю, возле. Да, все здесь. Полковник. КВ-1. Страшные танки. Очень опасные. Продолжаем атаковать. За нашу лодку. Господин Бакоб. Да. Артиллерия готова. Так, пушки. Черт, там сейчас нас Катюшами откуда-то обстреливают. Обстреливают, причем очень издалека. Туда Катюши я сейчас не достану, скорее всего. Че тут пушки? Снова, кстати, нам еще дали подкрепление. Так, выгружаем. Так точно. Мы готовы. Так, выгружаем подкрепление, а грузовики с пушками. Грузовик готов. У нас только один грузовик с пушкой почему-то. Что остальные их не пусть. А, так вот. Так вот, есть грузовики грузовик с пушками. Готов. Переправляем пушки. Куда бы мы их переправим? Давайте переправим. Вот куда-то сюда, наверное, попробовать. Будет сделано. Артиллерия готова. Огонь. Артиллерия готова.
Артиллерия готова. Саперы готовы. Подразделение готово. Кузовик готов. Так, у нас есть новый отряд. Новые подкрепления. Сейчас тоже прям недолго думая, тоже всех их кинем в бой. Подразделение готово. Господин полковник, точно господин полковник. Прям всех до одного. Господин полковник. Не жалеем. Мы готовы. Так. Ну пускай это будет Ctrl 2, тоже кидаем их в бой. Саперы готовы. Артиллерия готова. Слушаюсь. Распоряжение. Артиллерия готова. Ремонтирую. Слушаюсь. Артиллерия готова. Так, давайте вот здесь вот обработаем. Вот это, на этой горе точно до хрена. До хрена врагов. Все надо хорошенько пролопатить. Катюшина. Катюшами сюда. Блять, где вся моя бронетехника? Так, вот отсюда где-то долбит Катюша. Мы тоже туда же Катюшами отвечаем. Сюда давайте тоже долбанем. Моя девка не бивает. Саперы готовы. Слушай, господин Бакову. Да. Так, еще подкрепление. Продолжаем оказывать давление. Артиллерия готова. Огонь. Все, что нам дают в подкреплениях, все сразу кидаем в бой. Кузовик готов. Так точно. Так, грузовик, пушки. Пушки тоже цепляем. Раз, два, три, четыре. Пушки сейчас будем переправлять. Дети, а. Блять, а чё, я их не кинул в бой, что ли? Полковник? А, я ждал, пока выгрузят. Готов к атаке. Блин, тут ещё броневики эти выгружать надо. А я дельта выбивает. Артиллерия. Так, ну вроде мы прорвались в верхний угол карты. Можно сразу, в принципе, начинать развивать наступление. Давайте сюда, все сюда.
страшно. Так, ну что, тут все выгрузили? Выгрузили все войска. Так точно, господин полковник. Господин полковник. Так, это у нас будет Ctrl-1. Отряд Ctrl-1. Так, Ctrl-1. Давайте вот в этот угол карты всех просто тупо... Полковник? Тупо туда всех кидаем. Кстати, если это последнее подкрепление, то это довольно рискованно. Может не получиться. Так, грузовики с пушками... пушки захватили. Выгружаем эти пушки где-нибудь вот здесь. Кстати, надо все-таки вот в эти дома кого-то посадить. Кого-то посадить из людей, чтобы были наблюдатели. Готовка атаки. Давайте в этот бункер посадим. Вперед! Господин полковник. Готовка атаки. Так, помогаем огнем, Катюш. Так, стоп. Я видел, вот здесь видел пушки. Накрываем их огнем. Отлично. Уничтожьте их. Цель помеч. А, ну тут, в принципе, нет. Можно Катюши не подключать. Артиллерия готова. Блин, сколько их тут, а? Так, тут у нас зачищено, нет? Хрена с два, у нас нет бронетехники, отступаем, там бронетехника. Так, отступаем. Готовка атаки. Артиллерия готова. Готовка атаки. Полковник, артиллерия готова. Цель помечена. Стоп. Кто там? Сюда. Уничтожьте их. Немножко своих накрыл, кажется. Так, давайте вот эти пушки тоже прихватим, передислоцируем. Так, что у нас тут? По-моему, вся наша атака, в принципе, захлебнулись. И главное, у нас подкреплений-то нет. Саперы и картофы. У нас ни хрена нет подкреплений. Артиллерия готова. Цель помечена. Если нам сейчас не дадут подкреплений, все пропало. Кусовик готов. Так, пушки тоже давайте куда перетащим.
Давайте где-нибудь вот здесь их выгрузим. Будет сделано. Хотя нет, подождите, давайте, а давайте лучше вот здесь. Хорошо. Кузов и котов. Так, есть немножко народу. Хорошо. Черт, наши ряды сминают. Уничтожили наши пушки. И, кстати, у меня получается сейчас гаубицы... Ой, на передовой у меня находится. Катюша, на передовой, отходим. Да, блядь! Я огнем Катюш, сука, своих накрыл. Ё-моё. Так, отступаем, отступаем. Если нам сейчас не дадут подкреплений, все, пиши пропало. Артиллерия готова. Так, разгружаем пушки. Вперед. На их пути. Артиллерия готова. Так, стоп. Вот эти пушки надо передислоцировать. Кусовик готов. Чуть в другое место куда-нибудь. Вот сюда, наверное. Кусовик готов. Хорошо. Давайте туда. Что, нам не дают подкрепление, да? Господин Пахов. Блин, это ни о чем. Кусовик готов. Это какая-то ерунда. Слушайте, ну без подкреплений, что тут делать-то? По-моему, я слишком нерационально воспользовался ресурсами. Не, плохо наше дело. Я же не могу одними Катюшами наступать. Готов к атаке. А по сути придется. Ну давайте кинем в бой вот эту кучку пехоты. В качестве разведчиков. И посмотрим, что из этого выйдет. Вперед! Так, пока давайте тогда артиллерии превентивно обрабатывать все подозрительные участки. Патроны, так, давайте вот этот мост обстреляем. Вперед! Саперы и картофли. Ну, раз больше нет. Хорошо, я попробую. Стреляли здесь. Обстреливаем вот этот весь берег. Огонь. Обстреливаем здесь. Цель помечена. Слава богу, нам дали подкрепление, все-таки есть чем. Кусовик готов. Дали подкрепление. Вперед. Есть чем атаковать. Будет сделано. Всю пехоту выгружаем. Подкрепление готово. Так, тут обрабатываем, продолжаем обрабатывать территорию из Катюш. Черт, здесь опасно. Катюша уходит. Катюша отступает. Катюши. Назад. Все назад. Тут уже нас атакуют. Готов к атаке. Так, что тут у нас? Значит, дайте подумать. Блин, еще не все броневики выгрузились.
Там довольно тяжело. Короче, пора, значит, надо снова атаковать. Не люблю миссии, где постоянно надо, ну, не дают передышки. Хочется как-то с чувством, с установкой. Готовка атаки. Так, Ctrl 1, кидаем их все в бой. Вперед! Артиллерия готова. Убивает. Мы готовы. Артиллерия готова. Огонь. Свободный огонь. Подтверждаю. Заношу вот ему. Помечу. Артиллерия готова к сражению. Хорошо, я попробую. Артиллерия готова. Продолжаем штурмовать. Блять, они прут и прут. Нет, это звук моих танков. Так, этот что не едет? Тоже езжай в бой. Так, давайте грузовиками пушки последние прицепим. Тоже их куда-нибудь передислоцируем. Артиллерия готова. Кто-то. Саперы готовы. Подразделение готово. Вперед, вперед, вперед. Артиллерия готова. Прорываемся, прорываемся. Так, что мы тут имеем? Грузовики, пушки прицепили, пушки передислоцируем. Куда? Вообще их надо как-то двумя групп разделить на две группы, что ли. Давайте один отряд пушек мы разместим где-нибудь вот здесь, что ли. Потому что с севера могут респануться войска и начать нас атаковать. Кусовик готов. И еще несколько пушек вот сюда надо поставить. Хорошо. Это какая-то артиллерия готова. Иди еще. Субтитры сделал DimaTorzok.
поддержали огнем. Штурм продолжается. Так, вот Катюша, сюда долбим. Блять, ну когда уже Катюша долбанет? Так, этот склад вынесли, атакуем сюда. В принципе, нам осталось только Катюше пригнать в западный угол карты, и миссия будет завершена. Потому что тут мы склад вынесли. Так, короче, все. Катюше отправляем в этот угол карты, и миссия должна будет завершиться. Я сейчас сохранюсь, чтобы это... Чтобы потом к следующей миссии брифинг не пропустить. Все, мы сейчас привозим сюда Катюши, и миссия завершена. Так должно быть, по идее. Черт. Лишь бы Катюши... Катюши нельзя терять. Все, миссия завершена. Вот кому интересна статистика. Я подожду секунд 20, потому что логотип моего канала и реклама роликов загораживают статистику. Кто-то спрашивал.